прекрасный повод прославить снова Святую Владычицу нашу Богородицу, которая с самого своего рождения и с таких ранних лет, как церковное предание говорит, будучи трехлетней раковицей, служила воле Божией и славе Господней. Прославить ее за это искренне, тогда такое, на самом деле, мы часто говорим, детское доверие Богу, детскую молитву, которую мы видим не просто какую-то примитивность, а именно вот такую простоту и чистоту, лишенная всякой примеси, гордости, тщеславия или иных помыслов, себялюбия или выгоды какой-либо. Прославить ее за то, что вот из детства она взращивала в себе эту веру и любовь к Господу, и нам ее являет. А вместе с этим и воздать хвалу Господу. Кажется, Пресвятая Богородица еще ничего особенного и не сделала. Она еще совершенно юное создание. И в этом, кажется, человеческом беспомощстве является забота Божия о том, как Господь, несмотря на наше отпадение, несмотря на наше предательство, на нашу злобу, совершает наше спасение. Через Пресвятую Богородицу мы говорим о том, что в этот рукотворенный храм, в котором, как замечают, было сосредоточение всего, всей веры, всего упования тогдашних израильтян, в храме видели сосредоточение их веры, их упования, всей славы Божией. Вот в этот храм рукотворенный вводится человек, вводится Пресвятая Богородица, которую мы воспеваем как храм Господень. Таковой она должна была стать и стала. Человек становится храмом и вместилищем Божества. Мы как бы видим начало нового времени, когда еще, кажется, человек совершенно юный не может со всей ответственностью воспринять этот дар, но в то же время Господь сам вводит ее, вводит в то самое невероятное богообщение, как мы говорим, во святая святых древнего Иерусалимского храма, чтобы воспитать ее, и чтобы каждый из нас по своему человеческому естеству тоже стремился и мог стать настолько сродным Богу, чтобы быть этим живым храмом живого Бога. В этом как бы простой и ясный смысл. Вместо всего рукотворенного, вместо
каменных стен. Господь созидает в каждом из нас вместилище для своего обитания. Еще в самом названии праздника чувствуется какое-то движение, введение во храм Пресвятой Богородицы. То есть она как бы была введена куда-то. Но мы прекрасно понимаем и прославляем так это торжество не как завершение чего-то, не как переход из пункта А в пункт Б, но как начало нового пути. Пресвятая Богородица, войдя в храм Господень, не для того, чтобы там просто оставаться, но чтобы возрастать, совершенствоваться. И для каждого из нас это тоже образ того, что мы, однажды приняв крещение, вошли в лоно церкви не для того, чтобы здесь статично пребывать, но чтобы возрастать, чтобы, как мы сами обращаемся к Господу, исти, все более и более становиться вот этим вместилищем благодати Божией. Все больше и больше становиться сродными Богу. Избавляться от всякого предательства, как преподобный Никодим Святогорец говорит, как страшно нам, христианам, осознать, что мы предаем живого Бога, когда порой даже язычники, помраченные неведением, поклонялись истуканам, поклонялись каким-то изваяниям и даже не могли помыслить в своих умах, чтобы предать эти изваяния. Берегли их, хранили их, всячески украшали их, боялись предать их. Вот он говорит, насколько нам, христианам, страшнее осознавать, что наши грехи, наши отступления становятся еще ужаснее. Потому что они боялись предать землю, а мы порой с такой легкостью предаем живого Бога, который настолько для нас открылся, который так благоволил нам, как бы из самого нашего несознания, вот как бы из детски сам вел нас и спасал, приводя в сознание того, что с нами происходит и какой дар нам дарован. Мы созерцаем это событие, прославляем Божию Матерь, благодарим Господа и просим Его, чтобы Он обновил в нас, как и Давид говорил, дух правый, дух праведности, дух веры, чтобы мы, имея этот дар, стать вместилищем Бога, не посрамили Его, не предали Его в конечном своем исповедании, чтобы мы были проповеданием Его славы, Его спасения для каждого нас окружающего человека, чтобы мы действительно могли стать свидетелями вот этого спасения, которое совершил для нас Господь. Чтобы мы могли сами оставаться Его храмом. И всякому, с кем мы столкнемся, помочь осознать и в себе вот тот великий дар и возможность жизни во Христе. Я и вам всем искренне желаю
чтобы ваши молитвы были укреплены ходатайством Пресвятой Богородицы, чтобы ваша жизнь была постоянным возрастанием в вере и в духе, чтобы мы, даже имея какие-то телесные немощи, понимали, что спасение конечное в обновлении и исцелении нашего духа прежде всего, но не нашего тела. Чтобы вы несли в себе эту радость, ничем ее не омрачали и делились этой радостью спасения со всяким вашим ближним. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!